Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В праздничные дни, которые нам предстоят, значит, планируется работа не менее трех инспекторских групп на водоемах, работа не менее 6-10 оперативных групп от муниципальных образований, работа не менее 2 волонтерских групп по водоемам не только города Курска и близлежащего Курского района, а также по водоемам, значит, всех муниципальных образований областного центра. Работа эта направлена прежде всего на, значит, предотвращение и, значит, выхода людей на неокрепший лед, там, где он все-таки есть, а лед действительно крайне тонкий. Несоблюдение требований правил безопасности нахождения вблизи водоема, на водоеме, значит, влечет за собой очень серьезные происшествия, связанные с травмированием или гибелью людей. Хочу отдельно обратиться к родителям и взрослым людям, у которых есть дети, о том, чтобы, значит, на самый высокий уровень был поставлен контроль за деятельностью ваших детей. Вы должны знать, где они, чем занимаются, потому что, значит, обстановка, которая сейчас складывается на водоемах, она очень сложная, льда практически нет, а там, где есть лед, он рыхлый, он тонкий и, разумеется, небезопасный. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.